По статистике, у большинства женщин менопауза наступает в промежутке между 40 и 58 годами. 40-45, ранняя менопауза, 5%, а еще 1% получает преждевременную, до 40 лет. Разница между ними, в возрасте, но ранняя менопауза часто обескураживает своим появлением тех, кто хотел завести ребенка после 40. Этот вопрос не изучен до конца, но важную роль играют генетика и аномальные участки в структуре хромосом. Например, если у твоей матери была ранняя менопауза, твои шансы на такое же развитие событий повышаются. Аномалии в строениях хромосомы могут привести к тому, что яичники раньше перестают вырабатывать эстроген. Приближение менопаузы в любом возрасте связано с похожим набором симптомов, в раннем возрасте эти признаки обычно серьезнее. Очевидно, что, например, к 50 годам уровень гормонов постепенно снижается, организм привыкает, а в 35 это происходит внезапно, и последствия совсем не радуют. Прежде всего сходить к врачу и узнать, так ли все серьезно на самом деле. Возможно, появление этих симптомов обусловлено чем-то другим, а не ранней менопаузой. Если же она наступила, а ты еще хочешь детей, есть вариант подсадить донорскую яйцеклетку. Ну а если опасаешься наследственной ранней менопаузы, можно заранее заморозить свою. Словом, варианты можно найти. При наступлении менопаузы лучше не злоупотреблять красным вином, кофеином и острой пищей, будет только хуже. Можно пить витамины с кальцием, чтобы укрепить кости, и легкие успокоительные. Важно также обсудить с врачом гормональную терапию. Ранняя менопауза повышает риск развития проблем с сердцем, остеопороза и деменция.